За колючей проволокой не только отбывают наказание, но и работают. Швейные мастерские, цеха по дереву и металлообработке, пищевые фабрики – далеко не все отрасли производства исправительных колоний нашего края. В них трудится больше 2500 заключенных. За прошедшие полгода здесь произвели продукцию и оказали услуги на сумму 243 миллиона рублей. Спрос увеличился, и производство почти по соседству привлекает региональные компании. Что касается продуктов питания, вот я посмотрел, масло, молоко, растительная продукция, кондитерка. Ну, сам не пробовал, но говорят, что кондитерка очень вкусная. Да, и она пользуется популярностью в процессе ярмарок. Представители торгово-промышленной палаты, Министерства соцзащиты, строительства и экономразвития присматривались к тому, что делают заключенные. К примеру, судя по последним месяцам, школьные парты уже предпочитают заказывать здесь. Для них наибольший интерес, конечно, представляет муниципальное образование. Вот они делают мебель для школ, в общем-то, и в силу там определенного пункта нормативно-правового документа, то есть имеют право без конкурса участвовать как единый заказчик, то есть они это используют. Ну, а все, что касается остального вида продукции, то есть здесь в том числе у них есть отдел маркетинга, вот сейчас я посмотрел каталог, который работает непосредственно с заказчиком. Парты, столы, кожаные диваны, детские игрушки, спецодежды и даже сувениры для души. Многие как-то так относятся, ну, не знаю, предвзято что ли, что вот это сделано в тюрьме, мы не будем брать. Вот. Как вы скажете, качество контролируется? Зря они относятся, как бы это действительно правильно сказали, это предвзятое отношение. Наоборот, у нас очень хорошее качество, система контроля качества, вот, и ну, мы отвечаем за свое производство. И, так скажем, и гарантируем, в отличие от других предприятий где-то там коммерческих. В профессиональном училище при УФСИН обучают 30 специальностям, добавляют в исправительном учреждении. И с поиском заказов сейчас проблем не возникает. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.